Давайте по свистку красивую игру покажем. Пошла игра! Все, пожалуйста, поддержите народ! Они отыграли кучу игр и выиграли часть из них. Часть из них проиграли, часть из них сыграли с ничью, но все же они вышли. И играю здесь для вас. Так, чуваки, не трясите пленных. А кто же победит? Москва или Питер? Интересно. А им ровненько. Не дергаемся. Сейчас поиграем. Кто же победит? Культурная столица или просто столица? Всего лишь просто столица. Артем, вы входите на свою майонезную шипучую позицию. И потом это уровень. Справа его возьмем бота. Хороший пас на центр. Потом поставим. Как он формат поставил? Сзади, сзади, сзади! Давай, давай, Гоша! Гоша вывел вперед, один на один. Паша, давай тут ворота! Артем разгоняет свою 1-2 передачу. Делает скупиду налево и мимо ворот, лево очень. Мимо. Давай, Гоша! Вот, а где музыка? Была. Гоша! Где же наша музыка? Как на похоронах все просто. Бля! Я игровое пение умею. Я подключился, кстати. Я сейчас могу говорить на зла. Ну все, жестко, давайте. Да, раз. Все. Ромчик! Громче! 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 Ой, хорошо! Долбёжку послушаем, короче! Чуваки, не трясите пол! Стоим ровно, не дергаем площадку! Мойте, снимайте! Давай, Женя, давай! Нормас саунд, парк. Так. Гоша, вперед! Гоша вырывается на атакующую позицию, но из ворот не всегда... Наконец-то экраны, блядь, не засвечиваются. Блядского солнца. Пас перешел. О, ну, я только дошел. Он дошел до рестарта. Гоша, Женя, там пас. Паш, а ты делал пометку в чат, что сейчас все рекламируют? Напиши в этот. Зачем? А чем? Какую пометку? Ну просто смотрите трансляцию, блядь. Да. Серые, готовы? Люшки гну, готовы? Давайте, разыгрывайте, когда можете. Господа, у кого есть штопор? Там у каждого свои вопросы. Кто-то собрался уйти в штопор. Артем упал, поднялся, паски ушел на эту сторону. Я не вижу. Артем, опять, Артем, разгоняется. Лёгкий мощный удар, лево мимо. Женя подбирает. Женя делает пол-джойн. Женя ищет хорошую перспективу для развития атаки. Подходит что-то. Артем выглядит. Передает Роме. Просто положил кружку. И Рома начинает. И развалом. Заканчивает эту атаку. Гоша дает. Гоша дает левую кружку. Левую чуть-чуть мимо. Но был хороший уверенный выход 1-1. Артем опять нагоняет свою передачу, делает легкий удар, но теперь вправо. Мимо, наверное, из статистики исходя, следующий удар уже будет в створ. Потому что до этого было лево, вправо, и там спустилось, попал. И попало в защитника ворот, он же вратарь. Штопор начнет, кстати. Слева! Артем за воротами раскатывается. Отличный пас. И все промахиваются по мячу. Все четыре игрока, которые были рядом с этим мячом.
Гоша разгоняется, слева закатывается назад в болото. Женя, я их путаю. Это Женя. Супер! Женя думает. Женя смотрит. Гоша подъехал, уехал за мной. Долго Перехват от Ромы, перепасовочка от Артема, разворот от Ромы у борта. Борты — это самое коварное место Бакова, там люди играют. Опа! Гоша просто повис на заднем колесе Ромы. А от Ромы был качественный, хороший блок велосипеда. Достаточно задним колесом. Чёшно, хорошая позиционная игра. Гоша распоряжается, Гоша бьет и вправо. Прохладно тут одна. Рома выкидывает, отличный пас. Ветер северный пошел. Место, где удара. Пока что удары не подходят. Был пас на пятачок. Мяч просверил удар. Заберу башню. Что, Давай, хорош! Удар от Артема. Отлично! Сережа, можешь, пожалуйста, еще раз? Давай, здесь нормально. Давай. Ну, такое. Паша вышел в момент, дал пас. Трансляция идет? Сколько народу сидит? Интенсивная игра. Та и другая команда не дают нормально дышать. Они буквально не съедают друг от друга. Видим много активных контратак. Запустились. Но выиграли. Все хорошо. Все было безболезненно. Для всех участников ДТП бойцов вызывать не пришлось. Сделать протокол тоже сделать не надо было. Ромчику просто опять закинули в крутую мяч. Он принял и теперь идет дальше атаку. Мяч ушел вправо. Олег, тебя гонять сразу? Гоша опять прорывается. Тормозился Гоша. Ааа, мяч проходит мимо всех участников. Гоша принимает этот подбит. Потихонечку владеет мячом, так чтобы
Рома. Давай. Рома дает огромный Осталось 5 минут, парни. Оу, нужна музыка. Стасян, привет! Да все, уже не смог. Стасон, пока! Пока, Стасян! Да кому это надо, кроме нам? Да я понял. Наркоман. Холодно очень, реально. Какая жара была. А время заставил, да? Да. 5 минут. Итак, тайм-аут подходит к концу. Ребята одеваются, переодеваются. Жарко становится на корте, просто разделся. Снялся в дом. Так, клюшки гну, готовы? Пятерка наликом по готовности. Олег начинает работать. Артем просто взял три крутых выхода, получилось попасть на мяч. Мне просто следить тоже надо. Тем более там никто не смотрит. Ударчик. Клюшки гну, готовы. Пятерка наликом по готовности. 4 минуты осталось. Сколько там, 2-0, да? Да. Напряженная игра. А вот это может попахивать уже игра в высоко поднятой клюшке. Опасная игра. Там никого не было. Если судья сочтет за нарушение, то вот может разойтись по игре. Отличный. Эх. Лево-лево. Хорошая была возможность, но, к сожалению, не реализована. Обошел одного. Так, вперед. Легкий бот джой. А если, допустим, я отложу денег перед зимой, тебя можно будет забрать? Нет? Нет, смотри, либо у тебя, либо у ТСБ. Ну, типа, ну,
бизнес. Паша, будь пиздец. Так, ну вы играть-то будете, парни. Как вялые сосиски катаются. Вот это скук от Коши, мощнейший. Почти сопрошел через окно, после него. Осталось 2 минуты, парни, давайте, поднажмите, ну. Олег Свечок, размеренно, размеренно, хорошо. У него иногда очень получается отличный этап, перед 3 часа гитары. После долго проходить ног, к сожалению, не мог. Ой, хороший, спасибо. Отсутствует. Паша вперед вышел, подвинул в заднее колесо. Уезжай, 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 встан! И ворот. Делает небольшую. У них минус 2. У них... Гадкий я. Клюшечки гну. Готовы? Ребят, давайте по готовности. У вас 45 секунд остается. 45 секунд. И первые игра в финале будет сыграна. У ребят идет мощный, по-моему, перевес по голам. Так что только чудо может помочь команде в трехканалитам. Если они просто как из автомата в тараканит. Лево. 5 голов. Но в любом случае верим. Верим и надеемся. Потому что чудо, оно всегда рядом с нами. Рома на отмах, как будто... У тебя нет толстовки? Да есть, просто я же тут вот стою. Ну так попроси, чтобы кто-нибудь... 10 секунд, парни! 10 секунд. 10 секунд. Время для решающего мощного... 5! А что ты хочешь? Браво, парни, классная игра.